эфире программа «Планшет». Не переключайтесь. Его имя известно каждому из нас. Майкл Джексон. Американский артист, автор и исполнитель песен, танцор, композитор, хореограф. Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки. Обладатель 15 премий Грэмми. Он 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Во всем мире продано порядка миллиарда копий альбомов Джексона. В 2009 году он был официально признан легендой Америки и иконой музыки. Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды. Скончался известный исполнитель в 2009 году, однако до сегодняшнего дня остается одним из самых популярных артистов. В этом году Майклу Джексону исполнилось бы 55 лет. Следуя доброй традиции, в этот день во многих странах мира проходят многочисленные флешмобы. Почтили память своего кумира и запорожские ребята. Обычно в этот день по всему миру в крупных городах устраивают танцевальные флешмобы в честь Майкла Джексона. И участвует там несколько тысяч человек, то есть разного возраста. Всем это интересно, у нас же тоже большой город. И вот как бы никогда ничего у нас такого не было. Майкл Джексон – это для меня целое... В общем, это мой любимый певец, я его очень люблю. И то, что в городе начали проводить такие флешмобы, это очень здорово, и не могла сюда не прийти. Понравилось тебе то, что мы не сидим дома, мы чем-то занимаемся, мы можем посвятить время чему-то хорошему. Я фанат его, я люблю его танцевать, его стиль. Для меня это кумир. Для меня это кумир. И на этом все. Вы можете посмотреть наши выпуски на страницах программы «Планшет» и в социальных сетях. Принимайте участие в создании сюжетов, предлагайте темы, и мы расскажем о том, что интересно именно вам. До встречи через неделю. Пока. Пока.